Красочным флешмобом под звуки популярных мелодий открыли финальный гала-концерт арт-вокации «Молодые люди Брещины». Юноши и девушки смогли сделать это действо по-особенному ярким и красочным, как, впрочем, и всю подготовленную программу. Импровизированный креативный Брест распахнул свои двери для гостей. В каждом его уголке звучала музыка. В каждом объединении с особым трепетом ждали посетителей, чтобы поделиться с ними своим творчеством, которое соединило в буквальном смысле и физиков, и лириков. Музы – это в первую очередь молодежь. Молодежь творческая, молодежь инициативная, молодежь, направленная в будущее, молодежь, которая любит свою профессию, может хорошо учиться и вместе с тем может хорошо отдыхать. Да, мы технари, нас может быть меньше, и мы уделяем внимание этим вопросам. Они по своей специфике университета ближе связаны с этими вопросами. Поэтому молодежь объединилась для того, чтобы друг друга дополнить и создать что-то хорошее, общее, интересное для всех. Путешествуя от станции к станции, гости праздника знакомились с творчеством студентов двух вузов областного центра. Вокал, исполнительское мастерство, хореография, декоративно-прикладное искусство. И это не полный перечень того, что делают своими силами эти талантливые юноши и девушки. Главное, что каждый из них получает от участия в такого рода праздниках, это, конечно же, удовольствие. Удовольствие от результата и от самого процесса. Студенческая весна дает большой толчок для студентов, для их саморазвития, самосовершенствования. Потому что студенты могут здесь проявить свои творческие данные. Не только в качестве вокального мастерства, но и ораторское мастерство. Очень хорошие эмоции, радость, счастье, удовольствие получаю от того, что здесь участвую. Много очень позитива, потому что столько людей разных окружает. Первый курс, там все просто, руководство, все с улыбками, все довольны. Весело, много задора, заряжены энергией, готовы выступать, побеждать. Творчество – это, может быть, все самое главное, что есть, потому что одно дело – работа, профессия, но другое – это твое хобби, это то, чем ты любишь заниматься каждый день. Проспект Дружбы, парк творчества, бульвар искусств. Каких только улиц и площадей не было в импровизированном городе. Здесь можно было встретить и уличных музыкантов, и танцоров, и просто инициативных ребят. Лучшие из них представят вузы и Брестскую область уже совсем скоро, на финале республиканского этапа творческого состязания.